357. Лхаса Апса 373. Мальтес 377. Мопс 385. Папильон 389. Пекинес 398. Пудель карликовый 402. Пудель малый 406. Той пудель 408. Русский той длинношерстный 410. Французский бульдог 420. Чихуахуа гладкошерстная 429. Чихуахуа длинношерстная 436. Шицу 439. Спонсор данного конкурса – корм «Эминент». Участники, далеко не расходимся. Остаются собаки для сравнения. Четвертое место – пекинес. Третье место – мопс. Второе место – французский бульдог. И первое место – китайская хохлатая. Поаплодируем, пожалуйста.